В одном из прошлых видосов про Израиль я говорил про свою школу и немножко про израильское образование. И я видел, что к этому есть интерес. В Инстаграме сделал опрос. Люди написали, что хотят об этом узнать побольше. Поэтому вот сегодня моя школа имени Бен-Гуриона. Здесь я учился в детстве. Сейчас она, правда, закрыта. Но сегодня поговорим о ней, об израильском образовании тут, как это все здесь работает. И мы поговорим сегодня поподробнее об израильском образовании. Я расскажу, как я тут учился. А еще немножко посмотрим район, который здесь вокруг этой школы, где я жил. Район не вот тебе прямо чем-то сильно примечательный, он довольно обычный, но так как я тут все хорошо знаю, может быть, вам будет интересно. Короче, такой полу-тревел, полу-прообразование, полу-просто про мою жизнь ролик сегодня. Давайте начинать. Вот, сейчас школа открылась, давайте немножко по ней пройдемся и посмотрим. И я немножко вспоминаю и вам порассказываю. Здесь я учился 7 лет. Я пришел сюда во второй класс. И потом я перешел в старшую школу, здесь они разделены. Но эту я запомнил лучше, потому что здесь я больше лет провел. И как-то с ней более теплые воспоминания у меня сохранились. Так, вот здесь вот наше бомбоубежище было. Мы тут, когда были тренировки... Куда убегать? Сюда вот убегали. Бомбоубежище. Здесь спортзал. Ну и тут были самые разные места, где мы играли в футбол. Вот здесь вот играли те, кому не хватило мест во всех остальных местах. Здесь там была третья по качеству площадка. Туда все время улетал мяч через этот низкий забор. Он и тогда был низкий всегда. Не знаю, в чем фишка делать его таким низким. Но вот. Само здание школы, ну, как бы обычное, здесь ничего особенного, не знаю, сейчас они все школы здесь геотайме в синий покрасили, тогда так не было. Ну, в общем-то, на территории школы нет ничего выдающегося, мы ее подснимем, просто чтобы посмотреть. Но на самом деле здесь, конечно, все довольно обычно. Здесь вот для легкой атлетики у нас было в другом месте, перенесли, там вот для прыжков в длину. Вот, а здесь типа главное футбольное поле, здесь футбол всегда играли. И когда какие-то... Ну, линейки, не линейки, какие-то мероприятия проходили, то вот здесь все рассаживались на эти трибуны и здесь проводили мероприятия. Вот как-то так все и происходило. Вот там, я помню, на втором этаже мой класс был. Вот, ну, давайте теперь поговорим поподробнее про израильскую систему образования, как она вообще работает, и разберемся, как тут все устроено. В прошлых роликах про Израиль я говорил, что израильтяне построили свою систему образования раньше, чем создали само государство. То есть школы стали для страны настоящим фундаментом. Однако, если немного углубиться в тему, то обнаружится, что еще до обретения Израилем независимости на его территории сформировалась не одна, а несколько параллельных образовательных систем. Это вообще очень характерно для израильской истории. Когда ознакомишься с ней поверхностно, то восхищаешься тем, как израильтяне объединились, сплотились и создали свою страну. Создали из ничего и посреди враждебного окружения. Но стоит изучить любые события чуть более подробно, и ты видишь, что в процессе объединения израильтяне только каким-то чудом не переубивали друг друга. Потому что где два еврея, там сразу три разных мнения. Это касалось и системы образования. Свои школы были у правых, свои школы были у левых. Они там вообще провозгласили своей целью построить новое трудовое общество. Отдельно от всей этой политической дискуссии стояли религиозные школы. У них была уже своя важная задача – изучать иудаизм. Израиль провозгласил независимость в 1948 году. 5 лет до 1953 года шел очень мучительный процесс стандартизации школьного образования, причем окончательно завершен этот процесс так и не был. Сейчас школы в Израиле делятся на государственные и негосударственные. Начнем с первого типа. Государственные школы делятся на общегосударственные и государственно-религиозные. И те, и другие контролируются Министерством образования, они подчинены обязательным образовательным стандартам. Разница между ними существенная, но не радикальная. Например, я ходил в общегосударственную школу, вот в эту, но все равно изучал там Тору, как обязательный предмет, 2 раза в неделю, все время учебы. Я даже успел тут госэкзамен по этой Торе сдать и хорошую оценку получить.
Тору учат во всех общих государственных школах. В государственных религиозных школах, разумеется, упор на еврейские традиции во многом сильнее. Но там, в свою очередь, в полной мере преподаются и стандартные школьные предметы согласно обязательной программе. Общегосударственные школы предпочитают светская часть общества. Например, в моей школе религиозных учеников и учителей вообще не было ни одного. Человека в кипе невозможно было тут встретить, даже в вязаной кипе, уж не говоря о чем-то более таком ортодоксальном. Государственные религиозные школы выбирают ортодоксальные евреи. Но именно ортодоксальные, а не ультраортодоксальные, это вообще другая история. Если вы встретите ортодоксального еврея, который каждый день молится, ест только кошерную пищу, соблюдает шаббат и носит традиционные предметы одежды, то не думайте, что все человеческое ему чуждо. По профессии он может оказаться и рок-музыкантом, и руководителем космической программы. Это я сейчас привел вполне реальные примеры из жизни. Да, ортодокс будет соблюдать немыслимое количество заповедей и предписаний каких-то очень странных, вплоть до того, что в шаббат ему можно полить салат подсолнечным маслом и посолить, но никак нельзя совершить те же действия в обратном порядке. Сначала посолить, а потом полить маслом. Тем не менее, ортодоксальные евреи ходят на работу, пользуются интернетом, смотрят фильмы, играют в компьютерные игры и интересуются жизнью вокруг, как и любой другой человек. Дети ортодоксальных семей наравне с иудейскими традициями изучают в государственно-религиозных школах обязательный набор обычных школьных дисциплин. Я, правда, с этой частью мира никак не соприкасался. В нашем Геватайме религиозных людей не было. Правда, если пройти тут 10 минут в сторону города Бней-Брак, то там вообще, наоборот, ультраортодоксальные евреи будут. Здесь очень интересно все это перемешано, но это, наверное, тема для другого ролика. Хотя, может, хватит роликов про Израиль. Ну, короче, посмотрим. Помимо государственных школ в Израиле есть также негосударственные ультраортодоксальные школы. Они тоже финансируются из бюджета, причем в пересчете на количество учеников даже более щедро, чем государственные, но при этом они имеют полную независимость от государственных стандартов образования. Это все очень активно, конечно, в израильском обществе обсуждается, постоянно в парламенте об этом спорят, на выборах об этом говорят, ну, потому что это как-то странно, денег много, а стандарты никакие не применяются. Например, изучение предметов вроде математики превращается там вообще в формальность, или в принципе не обучают математике. В этих школах не учат английский язык, зато преподают древнеарамейский. Возможности освоить компьютер очень немного, а интернет и вовсе там под прямым запретом. Мальчики и девочки учатся отдельно и даже не видят друг друга. Ученики ультраортодоксальных школ находятся в изоляции от внешнего мира, а после выпуска очень смутно представляют себе, как современный мир вообще устроен. Единицы сбегают из этой системы, после чего им приходится с нуля адаптироваться к обществу, как к какому-то Маугли. На эту тему есть хороший сериал «Unorthodox». И он, правда, не про израильскую такую вот комьюнити, а про такую еврейскую комьюнити в Нью-Йорке, но там все очень похоже. Посмотрите, довольно интересно, мне очень понравился этот сериал. Кому вырваться из этих ультраортодоксальных семей не удается, особенно если они девушки, то там вообще сразу быстро замуж, много детей и все. Молодые люди поступают в ешивы, это высшее религиозное учебное заведение, там они углубленно изучают Тору, Талмуды и другие религиозные тексты. Причем изучение религиозных текстов становится главным смыслом их жизни, постоянной работы у них обычно нет. Содержит их общество. Особняком в Израиле еще стоят христианские, друзские, бедуинские и арабские школы. Они существуют для тех граждан Израиля, кто хочет учиться в соответствии со своими религиозными и культурными традициями. Там обязательно учат государственный язык – иврит. Но Торы детей не мучают. Вместе с ивритом можно, разумеется, учить и свой национальный язык, например, арабский. Но вернемся к общегосударственным школам, про которые я много знаю, так как сам в ней учился. Вроде вот это. В 68 году была введена любопытная система. В Израиле никак не получится поступить в первый класс в общеобразовательную школу, а затем ее же и окончить. С первого класса по шестой ты учишься в одной школе, это начальная. С 7 по 9 ты ходишь в другую школу, это средняя. А с 10 по 12 ты ходишь уже в третью школу, это старшая, в которой может быть вообще своя специализация. И это именно три разные школы, а не три корпуса одного учебного заведения. Каждая школа со своими коллективами, у тебя с каждым разом появляются совершенно новые одноклассники. У авторов реформы в 68 году была благая цель. Они хотели перемешивать учащихся. И ожидали, что на каждых трех отстающих учеников всегда будет приходиться семеро одаренных, как-то все это перемешается и на один уровень подтянется. Ну и предполагалось, что одаренные дети не будут замыкаться в своей отдельной творческой среде, а подтягивать к своему уровню всех остальных. В Израиле нет лицеев и фактически нет гимназий. В начальную школу ребенка можно отдать только строго по месту жительства, чтобы родители, в принципе, даже не думали о том, где найти школу получше. Среднюю школу можно уже выбирать, но они все интегративные. Как нетрудно догадаться, все это не очень-то получилось так, как хотели, а, мягко говоря, скорее вышло наоборот. Получилась такая пропорция. 3 одаренных ребенка на 7 отстающих
И одаренные дети вовсе не тянули за собой сверстников, а сами стали спускаться к среднему уровню. Ну, потому что потеряли ту среду, где они могли самореализовываться. Спустя годы, чтобы исправить последствия неудачной реформы, все равно пришлось вводить уже внутри обычных школ отдельные специальные классы для талантливых детей, чтобы ребята в них могли себя полностью реализовать. Самое удивительное, что если в Израиле ошибку признали и стали исправлять, то в Москве на похожие грабли наступили уже в 21 веке. В российской столице стали вводить уже свою уравниловку между школами, лицеями и гимназиями, которая в итоге вовсе не подтягивает вверх слабых, а утягивает вниз сильных. Хотя московские реформаторы могли бы учесть чужие ошибки и не повторять их. Я учился уже где-то посередине между той реформой и новой реформой, поэтому у меня было всего две школы. Начальная, которая вместе с ней была и средняя, и старшая. Вот это у меня была начальная и средняя. Сами израильтяне очень хвалят свои школы за так называемые soft skills и очень ругают за тот набор знаний, которые они дают ученикам. Soft skills, иначе говоря, гибкие навыки — это критическое мышление, умение отбирать и анализировать информацию, искать нестандартные решения проблем, коммуницировать, дискутировать, отстаивать свое мнение и так далее. Здесь все эти навыки очень развивают в детях, и такой подход к обучению во многом сформировал меня самого как личность. Во время учебы никакие утверждения мы не принимали просто так на веру, нам даже прямо запрещали это делать. Мы все ставили всегда под сомнение. Это, наоборот, очень приветствовалось. В том числе мы ставили под сомнение авторитет учителя. В уважительной форме, конечно. Как-то раз у нас был учитель, который начал как-то сильно кричать на учеников и даже, ну, какие-то полуугрозы применять. И мы пошли и сообщили об этом директору, этого учителя просто уволили. То есть не было такого, что учителя непререкаемый авторитет. Ну, с другой стороны, конечно, и к ним относились уважительно, а хороших учителей вообще отдельно уважали и с интересом слушали их уроки. В целом, когда мы говорим о критическом мышлении и непринятии авторитетов, то речь тут не о каком-то хулиганстве или срыве уроков, а речь о регулярном столкновении мнений, которые в результате рождали новые взгляды на вещи. Мне кажется, учителя не только учили нас, но и сами каждый день учились вместе с нами, о чем они довольно часто нам говорили. Мы были с учителем на равных. Он не мог просто так сказать, типа, ты не прав. Учителю приходилось самому убедительно объяснить ученику, почему он с ним не согласен. Это было очень здорово. Конечно, никакой речи не могло идти о том, чтобы были какие-то полуармейские устои, чтобы при виде учителя, например, дети вставали и чуть ли не честь отдавали. Я когда узнал, что в России это обычная практика, я был просто крайне удивлен. Зачем? Почему? Почему детей учат какому-то вот такому армейскому подчинению? Все эти вещи вообще-то для учеников унизительны, но в России почему-то воспринимаются как должное. Некое подобие линеек у нас бывало два раза в год, на День памяти Холокоста и в День памяти израильских солдат и жертв терактов. Для линеек у нас была такая специальная территория, там все рассаживались на такую трибуну и слушали какую-нибудь речь. Вот. Конечно, когда я узнал из конкурса Доместоса, какие в российских школах туалеты, для меня это вообще было шоком. Я просто не понимал, как так можно. В Израиле представить себе грязный даже туалет в школе невозможно. Я уж не говорю про туалет без стен. Детей тут любят и уважают. Так с ними не поступают. В Израиле школы, по крайней мере государственные, стали одним из главных столпов государственности. Они, можно сказать, стали фабрикой по производству израильтян. В израильскую школу приходят как дети, рожденные в самом Израиле, так и ребята с Западной и Восточной Европы, из Марокко, Эфиопии и многих других стран, включая самые экзотические, которые репатриировались дети с их семьями. Дети говорят на разных языках, их образ жизни до переезда в Израиль мог быть очень разным. В школу приходят европейские, африканские, азиатские, американские евреи, а на выходе получается израильский народ. Процесс этот кропотливый, проводятся специальные уроки по общению, чтобы ребята знакомились друг с другом. Тут прямо учат знакомиться. В начальной школе даже часто составляют графики, кто, кому и когда должен пойти в гости. У нас это все было, и у меня был тут специальный класс для новых репатриантов, правда, в этой школе их было немного, потому что в этом районе вообще довольно мало селилось новых репатриантов. Но тем не менее, нас как-то готовили к общению, и потом мы общались в разных группах, нас знакомили, прямо знакомили с людьми в нашем классе. Это все было очень так построен процесс, чтобы ты не просто тебя кинули в незнакомую среду, а чтобы ты как-то постепенно в нее влился. Постоянно устраивается работа в группах, причем детей часто пересаживают, чтобы они собирались разным составом. Для репатриантов есть уроки иврита. У меня тут вообще был частный учитель иврита, потому что у нас было всего трое, по-моему, в этой школе русскоговорящих. В общем, тут все заточено под социализацию, и ради этого готовы даже жертвовать временем, необходимым для обычных школьных дисциплин. Много внимания уделяется сплочению коллектива, чтобы он был дружный, и чтобы в нем не было аутсайдеров.
На уроки физкультуры мы ходили в футболках с логотипом школы, но, конечно, никакой речи, ни о какой школьной форме тут нету. И ограничения в одежде всегда были самыми-самыми минимальными. Можно было сам выражаться как хочешь, почти с любого возраста. Сами школы обязательно называются как-нибудь красиво. Никаких там ГБУ, СОШ номер 1526, нет-нет. Вот это, например, называется школа именно Давида Бен-Гуриона, ну и другие школы тоже имеют подобные названия. Еще один важный момент. В детях воспитывают уважение к любому труду. Их приучают к тому, что все профессии важны, все профессии нужны, что быть уборщиком вовсе не зазорно, он полноценный и важный член общества, ничуть не хуже, чем программист. В голову никому не придет пугать ребенка, мол, типа, будешь плохо учиться, придется улицу подметать. Поэтому плохая отметка – это всего лишь плохая отметка. За них никогда не ругают, сами дети из-за них никогда не убиваются. После школы почти все израильтяне идут в армию. Кстати, по этой причине у родителей нет выбора, в каком возрасте отдать ребенку учиться. И мальчики, и девочки идут в первый класс в 6 лет, чтобы окончить школу к 18 годам и пойти служить. Израильская армия оказывается следующей ступенью образования. Многие люди именно в армии приобретают профессию. От повара до высококлассного IT-специалиста. А служив в армии, молодежь обязательно отправляется в путешествие по миру. Это прям всеобщее массовое явление. В Израиле так принято, что после армии следует поездить по планете. Это традиция. И уже только по возвращению из путешествия часть молодых людей идут на учебу, в институты, ну а часть на работу. За счет хорошо развитых навыков мышления и аналитического склада ума уже в институте студенты очень быстро восполняют пробелы в знаниях, оставшиеся со времен школы. По поводу вталкивания в ребенка как можно большего количества знаний тут никогда не заморачиваются. Конкретно на мне этот конвейер где-то дал сбой. Израильтянином я так и не стал. Вообще, в Израиле есть специальные русские школы для выходцев из бывшего Союза. Но конкретно город Гиватайм не очень популярен среди русскоязычных репатриантов. Да и мне такие школы не были симпатичны. Я немножко попробовал туда походить, но мне больше нравились все-таки израильские. Во всей моей школе, в этой школе Бен-Гуриона, по-русски говорили лишь пара ребят. Мне было тут тяжеловато, и с какого-то более-менее осознанного возраста я стал хотеть вернуться в Россию. Тем не менее, опыт учебы в Израиле был для меня очень полезным. Понял я это, правда, сильно позже. В детстве-то мне казалось, что везде школы такие, и везде так относятся к детям. Я же говорю, я только из конкурса Доместоса узнал, что туалетов нормальных в России нет. Я и подумать не мог. Когда в 17 лет я окончательно вернулся в Россию, главное, что я привез с собой из Израиля, это критическое мышление, отсутствие страха перед ошибками и неудачами и непринятие за данность каких-то авторитетов. Любая ошибка – это опыт, а любая неудача – это мостик к будущему успеху. Именно так нас здесь и воспитывали. Еще я привез знания Ветхого Завета, которое, конечно, напрочь забыл. Что еще очень важно, в израильской школе воспитывается желание менять мир к лучшему. В иврите даже есть отдельное понятие «тикун олам». В буквальном переводе оно означает «починка мира». Вот наш фонд «Городские проекты» как раз занимается классическим «тикун олам». Многие российские города устроены неправильно, в них что-то сломано, в них некомфортная городская среда для пожилых людей, для детей, опасно, и мы пытаемся это починить. И если местные чиновники берут наши идеи и потом реализуют их как свои, то мы только рады. Ведь главное, что мир становится чуточку лучше. Обо всем вот подобном говорят в Израиле на уроках, они здесь называются эзрахут. Наверное, в русском похожее было бы обществознание. На этих уроках очень много рассказывают про демократию, про разделение властей, про то, как должно все быть устроено. Очень много говорят о политике. И вообще практически в израильских школах нет такого, что дети не интересуются политикой. Все уже сразу знают, какие есть партии, начинают это обсуждать, участвуют в избирательных кампаниях даже в детском возрасте. Ну и, конечно, обсуждается то, что если ты хочешь идти в политику или если хочешь заниматься какими-то общественными проектами, то ты должен стремиться сделать мир лучше, и в этом должна быть твоя главная цель. Это еще в школе объясняется на уроках обществознания. Вообще, знания на этих уроках обществознания, которые я здесь получил, мне кажется, они в плане понимания устройства демократической страны и вообще устройства какого-то правильного общества, они больше, чем у очень многих людей, профессионально занимающихся в России прям политикой. Вот. Ну, еще надо сказать, этот район, где я вырос, был довольно либеральный. Здесь всегда голосовали за левые партии. И даже вот сейчас я смотрю по рисункам на зданиях школы. Я здесь вижу много радуги. Здесь сейчас обсуждается вопрос прав ЛГБТ, и, видимо, вот здесь он таким образом тоже самовыражается. Здесь школа довольно либеральная, так скажем. Ну вот. Перед записью ролика я с интересом зашел на сайт родной школы
и посмотрел, какие там есть специальные программы. Сейчас есть достаточно стандартных школьных кружков, типа танцевального, театрального, шахматного, художественный кружок и кружок фотолюбителей. Есть специфические вещи, как программа «Человек и окружающая среда». Есть уроки по предпринимательству, когда я учился, такого не было, это я бы обязательно пошел. И даже по изобретательному мышлению. Когда я учился, правда, были другие интересные кружки, которых сейчас, похоже, нет. Например, ну, если перевести, назывался «Самолетоведение». Ну, вот, в прямом переводе. Там я в этот кружок ходил, мы там строили деревянные модели самолетов. И они типа у нас тут вот здесь вот мы их запускали, они далеко так летали, классно. А еще делали их даже их радиоуправляемыми. Еще в последний год школы, или последние два года, это еще не помню, у нас был урок, который назывался «Морское дело». Это не кружок, а прямо урок. То есть это был всегда последний урок дня, и мы ехали на море и плавали там на яхте под парусом. Прям всем классом. Нас учили, как этой яхтой управлять, и вообще все рассказывали про море. Это вообще было супер необычно. Так, теперь давайте пройдемся и погуляем немножко по городу Геватайм, по окрестностям этой школы, чтобы вы понимали, как здесь все устроено, ну, не только в плане обучения самого, а и в плане окрестной жизни этого района. Пойдемте. По большому счету, по сравнению с тем, как я тут жил, ничего особо не изменилось. Появились некоторые новые дома, о них сейчас немножко поговорим. Чем очень хорош этот город, да, Геватайм, ну и вот район конкретный, тем, что здесь нет широких дорог. То есть он весь состоит из таких вот узких улочек, которые еще идут на гору, петляют. Да, вот те дороги, которые больше широкие, они все равно довольно узкие, максимум там две полосы, но скорее обычно одна. И поэтому здесь безопасно, то есть ты можешь совершенно спокойно отпускать детей одних или ходить один, если ты ребенок. Я жил здесь с 8 лет, и, по-моему, где-то лет с 10 я уже практически везде здесь ходил один. Чуть позже стал ездить везде на велосипеде один, хотя тут нет велодорожек, это одна из проблем. Но здесь не опасно. И это в первую очередь происходит из-за того, что здесь быстро не гоняют машины. Такое вот устройство города, оно появилось еще давно, он построен еще до создания страны в 40-е годы, потом в 50-е развивался. И тогда так строились города. Поэтому вот. Несколько частных домов осталось. Вот, например, один. Я помню, что у нас сюда мячи улетали, когда мы в футбол играли, вот прямо вот к ним сюда во двор. Им это не нравилось, но как бы, когда у тебя частный дом рядом со школой, то такое бывает. Здесь школа отгорожена такими заборами. В принципе, это не очень хорошо глобально. Потому что считается, что вообще в плане урбанистики хорошо, если школа интегрирована в городское пространство, и в нее можно спокойно войти и выйти. Но в Израиле есть там понятные проблемы с безопасностью, хотя они здесь не очень с этим жестят, но школа вот так вот огорожена таким забором. В обычные дни, сегодня суббота, она почему-то закрыта, в обычные дни в нее можно зайти после рабочих часов школы и внутри походить. Сегодня вот нельзя. Так она выглядит внутри. Вот прямо, я помню, там на втором этаже у меня класс был. Ну, здесь сейчас этих теннисных столов наставили, но мы, конечно, играли только в футбол. У детей израильских футбол очень популярен. Вот. Ну ладно, пойдем дальше по району. Вот мы тут подошли к перекрестку с главной улицей этого района, с широкой, как бы считается, главной улицей. Кстати, когда дети идут из школы, здесь стоят специальные такие, люди, которые перекрывают эту дорогу, помогают детям перейти. Но вот даже, смотрите, вот эта широкая главная дорога, она все равно достаточно, ну, то есть здесь медленный трафик, она, в принципе, однополосная, по большому счету. Вот иногда есть вторая полоса, но она то для парковки используется, то еще для чего. То есть это все равно безопасная улица, то есть такую улицу не страшно перейти. Ну, понятно, есть свои там проблемы. Вон парковка елочкой, чего, конечно, не должно быть никогда. Это неправильное использование городского пространства. Есть здесь проблемы с общественным транспортом, о котором еще поговорим. Но в целом главное вот свойство этих мест в том, что здесь не гоняют машины, здесь не страшно там попасть под машину, и поэтому здесь можешь совершенно спокойно гулять, отпускать детей. Это все хорошо приспособлено для маломобильных, никаких там, не дай бог, подземных переходов. Все довольно узко и медленно, и это очень хорошо. Да, про архитектуру пару слов можно сказать. Да, вот видите, тут такие дома. Ну, они чем-то напоминают наши хрущевки.
Ну, понятно, что они по-другому построены. Это тот же стиль. И, как видите, они уже, некоторые из них довольно плохо выглядят, так испортились. Здесь есть несколько способов, как с этим бороться. Сейчас мы их посмотрим. Но в целом, я жил вот в таких именно домах, когда мы жили именно в них. В них довольно, ну, довольно комфортно внутри, хотя зимой в них не очень хорошо. Здесь зимой, типа, когда бывает плюс 12, плюс 14, особенно ночью, там иногда до плюс 6 спускается, то в этих домах нет никакого обогрева, понятное дело, они вообще не держат тепло, и зимой в них очень холодно. Но в целом это, да, это, конечно, устаревшие такие дома, их, конечно, не сносят здесь полностью, здесь часть района, это район архитектурного наследия, но некоторые из них перестраивают или какие-то строят новые. Сейчас посмотрим несколько примеров. Еще что хорошо получается в таких районах, вот сейчас это не очень видно, потому что шаббат. Мы здесь ходим в шаббат, и все закрыто. Ну, вообще, смотрите, здесь вот каждая эта вот штука, каждый вход в здание – это отдельный какой-то магазин. Да, то есть вот здесь кондитерская, здесь кафешка, две разные, закрыто. Вот там, здесь довольно много магазинов, которые продают, да, вот здесь аптека или я не помню, что здесь такое, типа бьюти-салон. И здесь есть таких много магазинов, типа какие-нибудь ковры продают или обои, ну вот, например. Это, кажется, магазин для животных. Значит, чем хорошо, да, вот с той стороны такой мини-маркет. И вон, видите, ну, везде много всяких разных таких вот мест, где можно... Может, что-нибудь поделать, или что-нибудь купить, или как-нибудь провести время. Значит, чем это хорошо? Это называется активные фасады. Есть теория этих активных фасадов. Она, ну, ее сформулировал датский архитектор Ян Гейл, у которого я учился, я о ней в каком-то другом видео рассказывал. Но она заключается в том, что чем вот активнее фасад, чем больше тут магазинчиков и всего прочего, тем лучше пространство. Потому что в нем безопасней, ну, потому что когда у тебя есть магазинчики, здесь ничего не может плохого произойти, когда они открыты, конечно. То есть, если ты, допустим, здесь идешь, и, не знаю, какой-нибудь нехороший человек что-то захотел сделать, то ты зашел в магазин, попросил какой-то защиты. Короче говоря, на таких улицах не происходит ничего плохого, когда много активных фасадов. Кроме того, человек лучше себя чувствует, потому что ты не идешь вдоль пустой стены, а идешь вдоль магазинчиков, развивается местный бизнес, потому что ты здесь можешь много всего разного купить или, наоборот, продать. И, в общем, такая городская среда очень хороша для жизни. Поэтому вот в этих домах внизу около каждого есть... Ну, внизу в каждом доме есть магазинчик такой, и они все время чем-то другим, чем-то разным заняты. И это очень хорошо для города. Но эта улица центральная такая в этом районе. А район – это такая большая деревня. Ну, даже не сказать, что сильно большая. То есть он находится, сейчас если покажем карту, он находится в пригороде Тель-Авива. До Тель-Авива тут близко. То есть 15 минут едешь, ты уже в центре Тель-Авива. И 20 минут ты уже у моря. В принципе, тут все в Израиле недалеко, потому что за час можно доехать до Иерусалима отсюда. Вот. Но вот это была главная улица, да, вот она и сейчас здесь есть. А сейчас мы зайдем немножко в жилой район совсем, где нету не главная улица. Значит, вот пример того, как собираются реконструировать дом. Да, вот смотрите, стоит четырехэтажный дом. Вот, стоит четырехэтажный дом на улице Амери 3, да. Я здесь долго жил, на Амери 20, сейчас сюда дойдем. Так вот, он 4 этажа. Он довольно старый. И, ну, из-за этих колонн или еще из-за чего-то, в общем, они решили, что есть проблемы в случае землетрясения. Ну, я не знаю, из-за чего именно проблемы. И вот они собираются проводить реконструкцию. Тут вот они написано. Что будет в результате реконструкции, да? То есть тут написано, что реконструкция без сноса дома. То есть они возьмут этот дом и сделают в нем реконструкцию. Значит, в результате в нем будет 6 этажей, а не 4. То есть они надстраивают 2 этажа. Скорее всего, они достраивают еще где-то какой-то кусок. И в результате все жители этого дома получают, во-первых, деньги, потому что 2 этажа квартир будут проданы, и часть этих денег пойдут жильцам. А во-вторых, они, возможно, скорее всего, обычно в таких случаях получают еще достроенную одну комнату. То есть им квартирам пристраивают комнату, и получается увеличение там площади квартиры, типа на треть. И вот такая вот реновация, да, если ее можно так назвать. Обычно, когда такая реновация приходит в дом, в какой-то район, в дом, все очень рады этому, потому что ты как бы, ну, бесплатно или даже с какой-то доплатой получаешь дополнительную площадь к своей квартире. Жильцы съезжают на какое-то время, допустим, на год или на два,
пока идет реконструкция, им оплачивают квартплату, то есть берут, смотрят среднюю квартплату по району за аренду квартиры и платят им в месяц, там, не знаю, 6 тысяч шекелей. Они съезжают, живут в... это 2000 долларов. Живут вот в какой-нибудь квартире съемной, в это время этот дом ремонтируют, достраивают два этажа, продают, этим самым окупают реконструкцию, застройщик получает прибыль обязательно. Это не страшно, это нормально. Застройщик, это коммерческая организация, он должен получать прибыль. И потом, собственно, они возвращаются в свои дома, они получают дополнительную площадь к квартире, и все довольны. Вот как так это работает, когда мы обновляем имеющийся дом здесь. Здесь я прямо хорошо помню это место, я прямо тут вот в школу ходил несколько лет через эту площадь, и я прямо помню, что вообще ничего не изменилось, здесь это же были вот эти также цветы, заборчик только поменяли. Так вообще то же самое. Вот та штука меня бесила, потому что с велосипеда надо было слезать. Она вот, не знаю, может, она для этого тут и стоит. Прикольно вернуться так, в такие места. Я, правда, уже здесь походил, но все равно довольно интересно. Ну, сейчас пойдем дальше в совсем спальную часть этого райончика. Очень много котов всегда тут так. Здесь их кормят, вон целые миски им ставят. Уличных котов в Гиватайме уважают. Кот, привет. Кс-кс. Коты тоже людей любят. Не боятся. Вот. Кс-кс. Желает общаться. Это тоже пример такая, ну, относительно второстепенная, но тем не менее, это такая улица не совсем жилая, то есть от нее отходят другие улицы, она, ну, относительно транзитная, да, то есть она идет от двух крупных улиц, соединяет их. Смотрите, ну, во-первых, вот замедление движения такое, да, лежачий полицейский. Во-вторых, она вот там петляет, да, заворачивает. Правда, здесь она не петляет, вон он уже разогнался, сразу видно. И парковка елочкой минус. Но в целом тут очень такая спокойная городская среда. То есть ты совершенно спокойно можешь тут ходить и не бояться, что тебя как-то, не знаю, сшибут. Ладно, пошли вот туда зайдем, на улицу Амери, на которой я жил. Тут вот видно пример другого решения. Это снесли дом и построили новый. Ну, видите, он тут смотрится немножко, ну, таким великоватым, наверное. Здесь 8 этажей. Ну, вообще здесь застройка, видите, 3-4-этажная, даже 2 иногда. Ну, он здесь смотрится немножко выделяющимся, то есть с архитектурной точки зрения. Но, с другой стороны, дом красивый, качественная архитектура, видите, с балконами. И, ну, здесь, в общем-то, вписывается довольно органично. То есть он чуть-чуть выделяется по высоте, но не сказать, чтобы это как, вот, как наша точная застройка, да, чтобы он сейчас был там до неба. Нет, они довольно нормально вписали в городскую среду новый дом с более, ну, таким качественным жильем, да, здесь более дорогие квартиры, раза в полтора дороже они стоят, чем в таких домах. Вот, то есть он органично вписан в здешнее пространство, у него есть подземный паркинг, он не заполонил тут все своими машинами, ну, вообще, хотя с парковкой тут не очень все хорошо, что не страшно. Вот, но вот пример тоже, как в этом районе можно вместо... Вот, тут взяли вот такой вот дом 2-3-этажный, снесли и построили 8-этажный, 9-этажный дом, который, в принципе, хорошо тут вписался в среду. Пошли посмотрим поближе. Ой, я помню, что мы жили вот в том доме, на Амери 20, в следующем. А это Амери 18, тут был вот такой же, вот он прямо был такой же, таким же заборчиком. Ну, а сейчас, видите, он очень органично вписан, никаких там из этих заборов. Ничего, обычный вход. Ну, здесь въезд в парковку, да, но, в принципе, он совершенно органично сюда вписался. А вот дом, где я жил, и двор. Вот этот подъезд налево. И там прямо... Там прямо и жили. Амери 20. Потом еще по другому адресу. Сейчас до него тоже дойдем. Вот, ну а прочая часть, кроме вот этого нового дома, видите, она сохранила старые вот эти дома. Ну, тоже очень спокойная улица. Ну, пока идем, тут ни одной машины не проехала. Справа сейчас реконструкция, она на сквозной проезд закрыта. Но в целом здесь и обычно так. То есть такая спокойная, тихая улица, которая сделана так, что здесь совершенно безопасно находиться для детей, для всех, кто, ну, как бы,
чувствуют себя, не чувствуют себя тем, кто является более слабым населением города, для кого нужна городская среда, ну, так сказать, инклюзивная городская среда, да, которая подходит для всех, не только для молодых и сильных. В принципе, здесь она такая. Вот, в общем, такой краткий видос про Гиватайм. Сейчас мы еще про школу поговорим. Но, в общем, вот главное, что мне здесь хочется донести, да, что жилой район, он может быть очень плотным. Да? Здесь очень плотная застройка, несмотря на то, что она малоэтажная. Видите, они очень близко стоят, эти дома, и плотно друг к другу. Но жилой район, несмотря, он может быть очень плотным, и при этом он может быть дружественным к людям. То есть он может быть совершенно спокойно с медленным движением, без широких улиц, без огромных полей паркинга и всего такого, и все равно это будет хороший район. Понятное дело, что это район старый, что он построен в 50-е годы, что сейчас даже и в Израиле такие районы не строят, строят уже иные районы. Здесь есть большая дискуссия по поводу этого, у них тоже есть проблемы многоэтажек. Но вот мне кажется, что в таком районе жить намного уютнее и более классно, чем в районе с новыми домами. Пусть даже сама квартира может быть чуть-чуть хуже, если мы берем обычные дома, а не новые. Но зато среда здесь классная. Вот так. Какие тут есть проблемы в этом славном месте? Во-первых, транспорт. То есть узкие улицы. Очень плотная застройка, хоть и малоэтажная, но все равно плотная. Это понятный рецепт для транспортных проблем. Конечно, есть проблемы с парковкой. Ее тут решают с помощью отдельных парковок для местных жителей. Внутри домов есть парковки для местных жителей. Но все равно часто довольно сложно найти место. Вторая главная проблема – это пробки. Тель-Авив весь стоит в пробках. Он весь совершенно прямо очень загружен. Я думаю, что больше, чем Москва. Это, в свою очередь, связано с тем, что здесь довольно плохо развит общественный транспорт. Он здесь представлен только автобусами, то есть в Тель-Авиве нет никакой магистральной транспортной системы, ни метро, ни трамвая, при этом, что это довольно большой город. Не уверен, что он достаточно большой для метро, но для трамвая это точно. Они строят сейчас трамвай, но при строительстве трамвая здесь произошли все самые основные ошибки, которые происходят при проектировании трамвайной системы в новых городах. О них прямо рассказывают в универе на парах. И очень было забавно видеть, как их здесь все повторили. Типа того, что трамвай убирается под землю в самой загруженной части, и из-за этого очень удлиняется строительство, и удорожается, его не могут закончить, и потом теряется общественная поддержка этого проекта, и потом не строят другие линии, следующие, после первой уже, из-за которой шум возник. А когда ты не строишь всю систему, строишь одну линию, ими начинают не так много пользоваться. Короче, все ошибки здесь сделаны, и у них задержалось очень сильно в Тель-Авиве открытие трамвайной системы, а, по-моему, они уже лет 10 строят и еще лет 10 собираются. В отсутствии нормальной магистральной транспортной системы автобусы ходят на тех же улицах и в пробках, в тех же самых, в которых ездят остальные машины. Поэтому на них ездить не очень классно, потому что по времени это дольше, а по комфорту это хуже. И люди все стремятся ехать на личном автомобиле и стоят в пробках. Выделенных полос для автобусов тоже не очень много, поэтому выехать из этого района довольно сложно. В принципе, можно, но это занимает намного больше времени, чем могло бы. В принципе, в направлении правильного решения тут пошли, начали строить трамвай, не здесь, правда, а в другом месте. На каких-то отдаленных планах я видел строительство здесь подземной линии трамвая. Я думаю, что от них откажутся, подземная линия здесь очень дорого. Возможно, здесь появится когда-нибудь наземный рельсовый транспорт. Но это вот проблема Тель-Авива, проблема Израиля с урбанистикой в плане транспорта. Здесь все не очень хорошо. И, конечно, город очень хорошо подходит для перемещения на велосипедах и на самокатах, на средствах малой мобильности. Сейчас очень сильно развиваются самокаты здесь, все на них ездят, на электрических. Тоже была дискуссия, что с них там падают, что от них травматизм. По-моему, приняли закон, что обязательно эти компании по аренде должны шлем прикреплять к самокату. Они сейчас прикреплены к многим самокатам. Но главное решение проблемы – это, конечно, велодорожки. В Тель-Авиве их начали делать. Я уже сейчас покатался здесь хорошо на самокате, и в Тель-Авиве это очень комфортно, потому что у тебя есть велодорожка, ты по ней едешь, все хорошо. И эта велодорожка забирает на себя много трафика, который мог бы быть автомобильный. А в Гиватайме, в Рамадгане, в окрестных городах от Тель-Авива нету пока никакой велоинфраструктуры. Общественная дискуссия здесь идет на том же самом уровне, что в Москве. У нас тут климат не тот. 6 месяцев в году не поездишь, типа тут жарко, там холодно, неважно. Дискуссия совершенно такая же, а всегда найдется какая-нибудь отмазка, почему это не надо строить. И здесь это пока не строят, поэтому и самокаты, и велосипеды, вот как сейчас можно будет видеть слева от меня, пользуются обычными дорогами вместе с автомобилями, ну или тротуарами. Я вот, когда в детстве я ездил по тротуару, по дорогам мне было страшно. Вот, например,
электрический велосипед. А вот доставка. Доставка тоже очень важна. Здесь много ее. Это Волт, но здесь есть и Яндекс. Поэтому с транспортом здесь так себе. Но зато с городской средой внутри района все очень классно. И, в общем, как-то так. Чтобы ролик у нас не получился про одну только школу и мой район, давайте еще немножко поговорим про некоторые израильские особенности жизни тут. Ну, например, как вы себе представляете стереотипного мужчину-еврея? Пойдем сверху вниз. На нем всегда есть головной убор. В зависимости от направления иудаизма, это может быть кипа, может быть вязаная, может быть черная, может быть огромная меховая шапка, старомодная кепка, как у Ленина, или элегантная шляпа. Под шляпой, что характерно, может быть еще и кипа. Тут действует обратное правило по сравнению с православием. Если православный человек в знак почтения перед Богом снимает головной убор, то ортодоксальный еврей, наоборот, с этой целью постоянно его носит. Любопытно, что иудаизм в целом не регламентирует тип головного убора. Сойдет и разноцветная бейсболка. Все остальное же вопрос традиций, сложившихся в том или ином религиозном течении. Далеко не все ортодоксы носят пейсы. В иудаизме есть заповедь «не стричь виски». Пейсы — это способ не просто выполнить, а перевыполнить древнюю заповедь. Но так делают не все. Зато большинство ортодоксов носят бороды, так положено. Хотя по букве вот этого религиозного закона еврею достаточно небольшой щетины. Она тоже считается бородой, просто очень короткой. Одет ортодоксальный еврей всегда должен быть прилично. А то мало ли в какой момент он может случайно предстать перед Богом. Различные религиозные группы по-разному определяют приличие. От глажной рубашки и джинсов до черных костюмов всевозможных фасонов. Религиозные еврейки носят закрытые платья и платки, чтобы посторонние люди не видели их волос. Это правило часто обходят весьма экстравагантным образом. Женщина сбривает волосы, делает себе парик из собственных же волос и ходит в нем. Такой парик покрывать платком уже не нужно. Религиозным мужчинам и женщинам строжайшим образом запрещены перманентные татуировки. Временные можно, но постоянные ни в коем случае. Потому что тату в иудаизме напрямую ассоциируется с язычеством. Потому очень забавно видеть, как люди, недавно переехавшие в Израиль, в порыве высоких религиозных чувств набивают себе на тело звезду Давида. Вот. Возможно, вы обращали внимание, что религиозные мужчины-евреи носят сплетенные пучки нитей, которые выступают из-под рубашки или майки. Это цицит, такая напоминалка о том, что евреи следует соблюдать 613 заповедей Торы. Среди них, кстати, есть как раз отдельная заповедь носить цицит всем взрослым мужчинам. Части 613 заповедей сейчас не актуальны, поскольку они связаны с Иерусалимским храмом, который был разрушен римлянами почти 2000 лет назад. Но даже без их учета все равно остается огромное количество норм и предписаний, которым необходимо следовать. Надо сказать, что я, живя в Израиле, с этим всем вообще никак не сталкивался. Потому что я жил в светском районе, и сам я, конечно, никакие традиции не соблюдаю, и человек нерелигиозный, и семья у нас нерелигиозная. Поэтому я это все вообще не видел. То есть я вам это все рассказываю, просто проведя ресерч. Но, однако, если пройти тут 10 минут через дорогу, то можно увидеть район Бней-Брак, который весь полностью населен исключительно ультрарелигиозными евреями. То есть здесь общество довольно сильно перемешано, хотя и живет, ну так, в отдельных районах, но близко друг к другу. Абсолютное меньшинство, конечно, израильтян готовы жить в точном соответствии с сотнями древних заповедей. Но все-таки есть один признак, позволяющий сказать про еврея, что он соблюдающий, даже если он нарушает большинство религиозных заповедей. Этим признаком является его отношение к шаббату. В жизни соблюдающего еврея всегда есть место для праздника. Этот праздник наступает каждую неделю, вечером в пятницу, и заканчивается он вечером в субботу. Называется он шаббат. Шаббат принято встречать в выстиранной и выглаженной одежде и со специальной песней «Лехадоди». Евреи утверждают, что эта песня с наибольшим числом каверов за всю историю музыки. Неделя у евреев начинается в тот день, который мы называем воскресеньем. Здесь называется первый день. Да, дни недели так тут называются. Первый день, день второй, день третий, день четвертый, день пятый, день шестой и шаббат. Вот так тут. Никаких понедельников вам. Прямо сейчас, когда я записываю это видео, как раз у нас тут шаббат. Согласно Торе, на седьмой день сотворения мира Бог отдыхал. Вот и евреям теперь положено отдыхать в этот день тоже. Они не просто могут, но обязаны не работать. А не как я вот снимаю ролики для Ютуба. И оператор тут еще вкалывает. Суббота, шаббат — это время, которое следует проводить с семьей. Можно также почитать книгу, погулять, можно поиграть в настольные игры вроде шахмат. Только нельзя брать в руки карандаш или ручку и записывать ходы.
Вот так. Запрет на работу в шаббат трактуется очень широко. В частности, нельзя зажигать огонь. Казалось бы, ничего особенного. Жителю израильского города не так часто нужно топить печь или разжигать камин. Проблема в том, что замыкание любой электрической цепи тоже подпадает под определение «зажечь огонь». А значит, электричеством пользоваться в субботу тоже нельзя. Соблюдающий еврей обязан отдыхать, в том числе и от телефона, и от компьютера. Телевизор и радио тоже надо выключить. Накануне шаббата, значит, соблюдающий еврей включает свет в уборной и оставляет его гореть на сутки. Потому что в сам шаббат прикасаться к электрическому выключателю уже нельзя. Кондиционеры в Израиле, как правило, все программируются. Днем в пятницу ты заранее выставляешь режим работы на субботу. Вот. Во всякой приличной гостинице есть специальный шаббатный лифт. По субботам он автоматически останавливается на каждом этаже, чтобы соблюдающий заповедь, если он постоялец гостиницы, мог пользоваться лифтом, не нажимая никаких кнопок. В шаббат не положено водить автомобиль, брать в руки деньги и еще много чего не положено. Вопреки распространенному заблуждению, соблюдающий еврей не может попросить нееврея сделать что-то такое, что ему самому делать в шаббат нельзя. Все равно будет считаться, что еврей нарушил шаббат просто чужими руками. Тут как в случае с кондиционером. Можно заранее, еще до наступления субботы, договориться со знакомым, что он придет и что-то сделает, но никак не в сам шаббат. Уверен, у вас остался вопрос, почему же в субботу салат нужно сначала полить маслом, а потом посолить? Это весьма забавно. Дело в том, что в шаббат нельзя выжимать сок. Если же ты посолишь свежие овощи, то соль будет вытягивать из них жидкость. А это приравнивается к выжиманию сока. Вот так. В субботу нельзя выносить какие-либо предметы за пределы Эрува. Эрув – это твой район проживания, границы которого определяются и символически обозначены раввинами. Если же Эрув не обозначен, то никакую вещь нельзя выносить из собственного жилища. Отсюда проблема. Если ты хочешь пойти погулять, то что делать с ключом от дома? Не оставлять же его под ковриком? Ортодоксальные евреи нашли выход. Сделать ключ от дома частью поясного ремня, без которого кто-то не будет застегиваться. Вот так вот. Ключ больше не является отдельным предметом, который нельзя носить с собой, а становится частью одежды. Вот такие вот всякие штуки придумывают, чтобы обмануть Бога. Вот те, кто соблюдают заповеди. Ну, он, может быть, не заметит, что ты ключ пристегнул. Вот. Так, если бы не пристегнул, то был бы недоволен. Ладно, я иронизирую, конечно, но я никогда это все не соблюдал. И, наоборот, сталкивался с проблемами. Здесь не ходит общественный транспорт по субботам. Вот сегодня я попытался позавтракать, это заняло у меня 2 часа, потому что единственное открытое место с огромной очередью. Все это создает довольно большие неудобства. Но это реалии жизни в стране, где религия не отделена от государства. Надо сказать, что она здесь не очень-то сильно наступает на жизнь и позволяет государству, как мы знаем, очень быстро и хорошо развиваться. Но, однако, это все тут есть. Еще одно забавный способ обходить ограничения, прописанные в Торе. Есть ограничение, что евреев не только в шаббат, но и в любой день недели нельзя пересчитывать. Вот так вот. Поэтому, если соблюдающему еврею по какой-то причине нужно узнать количество людей, он будет считать так. Ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять. Впрочем, предвидя вопросы, отмечу следующее. Есть правило, что даже самый ультра-ортодоксальный еврей не просто может, а обязан нарушить любые заповеди, если от этого зависит человеческая жизнь и здоровье. Например, если у женщины начались схватки, ее супруг не станет говорить ей: «Милая, потерпи, до завтра, сегодня же шаббат». Он возьмет в руки телефон и позвонит в больницу, ну или сам спокойно сядет за руль. Все экстренные службы, разумеется, работают ежедневно и круглосуточно. Обращаться к ним за помощью – это прямая обязанность соблюдающего даже еврея, вне зависимости от дня недели и религиозных убеждений, потому что жизнь превыше всего. Израиль – правовое демократическое государство. Это не светская страна, но и не теократия. Большинство израильтян, в принципе, ведут именно светский образ жизни. Никто никому не заглядывает в тарелку на предмет некошерности пищи. Если я только целенаправленно не пойду вглубь отдельного района компактного проживания ультраортодоксов, то никому в голову не придет делать мне замечания по поводу одежды или из-за того, что я пишу видео в субботу. Тем не менее, религиозные нормы заметно влияют на жизнь почти всех израильтян. Это особенно заметно в шаббат, а также в дни иудейских праздников, которые требуют соблюдения правил, аналогичных шаббатним. В шаббат и в такие праздники в израильских городах не работает подавляющее большинство магазинов, практически не ходит общественный транспорт. Премьер-министр Израиля, разумеется, по роду своей деятельности нарушает шаббатные нормы, но даже он обязан избегать делать это открыто и публично. Если Тель-Авив – это молодежный тусовочный город, где в субботу можно даже сходить в театр, то в Иерусалиме в шаббат и в определенные памятные даты целые районы города посреди дня как будто вымирают.
ничего нигде не работает, а поскольку под полуденным солнцем особенно не погуляешь, обезлюдевшие улицы выглядят как декорации к фильму о постапокалипсисе. В городах поменьше жизнь может замереть совсем, сразу и на всех улицах города одновременно. Вы можете задаться вопросом, совершенно логичным, как развитое государство 21 века может ограничивать себя тысячелетними архаичными нормами? На этот вопрос есть два ответа. Во-первых, то, что кажется экзотикой россиянам, не будет восприниматься таким же образом жителями многих развитых светских европейских государств. В Европе, где в большинстве стран церковь отделена от государства, в дни христианских праздников жизнь тоже зачастую останавливается. Исключение составляют мегаполисы, а вот в европейских городах поменьше бывает батон хлеба ты не купишь. Израиль не выглядит чем-то уж сильно диковинным, разве что праздник здесь буквально каждую неделю. Во-вторых, Израиль был создан решением ООН по итогам Второй мировой войны как еврейское государство. Холокост, а также погромы, случившиеся в Европе уже после победы над нацизмом, показали, что у евреев должна быть своя собственная страна. И тут возникает вопрос, а кого считать евреем? После Холокоста Израиль готов принять и дать свое гражданство всякому человеку, которого нацисты сочли бы евреем. Это вот такой закон здесь. Именно из этого он вытекает. Кого нацисты сочли бы евреем, тот может получить израильское гражданство. Это весьма широкая трактовка, порожденная нацистской расовой теорией. Гитлеру было совершенно плевать, кто еврей по маме, а кто по папе. Кто иудей, а кто крестился, кто сам себя считает евреем, а кто даже не догадывается о своем происхождении. Уничтожать он собирался всех одинаково. Но есть исконное понимание еврейства, возникшее задолго до Второй мировой войны и всего 20 века. Согласно нему, понятия «еврей» и «иудей» неотделимы. Если еврей принимает христианство, то он перестает быть не только иудеем, но и евреем по национальности. Это правило работает и в обратную сторону. Если твоя мать не является еврейкой, то ты не можешь просто так взять и принять иудаизм. Иудаизм — это не миссионерская религия, а скорее закрытый клуб. Сюда никого не приглашают. Чтобы стать иудеем, тебе нужно самому пойти к раввинам. Они несколько раз тебя пошлют куда подальше, чтобы проверить силу твоего стремления. Если ты не отступишься от своего желания, тебе придется пройти сложные испытания, долгое время жить в точности по всем еврейским заповедям. Их, напомню, сотни. И лишь спустя год, или даже скорее несколько лет, будет составлена бумага, что ты иудей. А на руки тебе ее дадут еще через год, чтобы посмотреть на твое поведение. Зато с этого момента ты не просто иудей, а еврей по национальности. Если все испытания смогла пройти девушка, то ее дети, которые родятся потом, автоматически станут евреями по национальности. Они уже не перестанут быть евреями, вне зависимости от того, насколько хорошо они соблюдают заповеди, ровно до того момента, пока не решают сменить религию сами. К чему весь этот разговор вообще? Израиль создавался как еврейское государство. Понятие «еврей» и «иудей» неотделимы одно от другого. Соблюдать все иудейские правила в современной стране было бы, конечно, безумием. Сами евреи в большинстве своем на это не пошли бы. Но вот именно к шаббату, как к самой очевидной иудейской традиции, относятся с уважением на государственном уровне. Как я уже сказал, получить израильское гражданство может не только иудей, да, и прямо еврей, у которого это записано в свидетельстве о рождении. Так как это делается по тем же правилам, по которым Гитлер истреблял людей, то право на израильское гражданство по закону о возвращении имеет любой человек, кто на четверть является евреем, то есть у которого бабушка или дедушка являются евреями. При этом, если такой человек получит здесь гражданство и во внутреннем паспорте, будет написана национальность, и она может быть написана как русский. Я вот, например, здесь не считался бы евреем, потому что у меня мама русская, отец еврей, а здесь считают по маме, поэтому здесь вот было бы написано русский. Ну, на самом деле, это здесь не имеет никакого влияния на жизнь. Никто не смотрит, конечно же, в эту запись. И даже в последнее время ее не пишут в самом документе, а только ее можно получить, если запросить какие-то расширенные сведения. Но, тем не менее, когда я здесь жил, это писали прямо в самом документе. Правда, это ни на что не влияло. Вот так. Надо сказать, что эта традиция нисколько не дискриминирует арабов и другие меньшинства тоже. Наоборот. Они неплохо зарабатывают за счет того, что их бизнес работает по субботам. Арабское кафе, арабские лавки, таксисты-арабы как раз в шаббат имеют гораздо меньше конкурентов. Вот так вот. Шаббат шалом. До завтра.